Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки, ракеты, маршируют 100 солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает с неба, развалились там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы, это Дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи сны. Что такое День Победы? Это значит нет.